Так, всех приветствую на своем канале. Это не реклама, просто я люблю доширак. И вот сегодня купил такой необычный доширак, первый раз только вижу. Бульон на основе корейской традиционной пасты Дэн Чан. Чан рамен называется. Лапша быстрого приготовления. Так, ну как обычно, правило, открыть крышку, добавить по вкусу содержимое, залить кипятком и держать 3-4 минуты. Я обычно держу намного дольше. Минут 10. Мне нравится, когда были разваренные. Плюс туда можно добавить вареное яйцо, покрошить сосиску. Вот я люблю сосиски. Обычно сосиску тоже дам. Так, открываем ее. Вот так вот. Я обычно там, допустим, сосиску покрошу себе, колбасы. Получается намного вкуснее. Ну, сейчас не буду изгоряться. Сейчас посмотрим. Еще не знаю, чем все дело закончится. Высыпаем приправу. Приправу я всегда приправу целиком высыпаю. Здесь, кстати, вот такие какие-то вот штучки китайские. Вот. Мне кажется, доширак он самый лучший. Опять же, я это не рекламирую. Никто деньги не платит. Вот, я посмотрю. Добавил я в свой доширак колбасы и петрушки. Жалко, не было укропа. Вот. Ну и еще я люблю добавлять туда яйцо. Получается такой полноценный суп. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Так как вот этот... Можно было, конечно, без меня добавлять, но в основном. Чан рамен я ем в первый раз. Сейчас добавим сюда кипятку. Вот, до краев обычно. Накрою и минут через 10 можно будет приступить к обеду. Кстати, пришел один раз бабушка ко мне в гости. Знаете, что она мне приготовила? Она мне доширак заварила. Ну, кажется, ролл там, не помню. Ну, примерно такой суп она сделала на основе доширака. На основе лапши быстрого приготовления. Все, заварилось. Как раз больше 10 минут подтяжилось. Вот такая красота у нас появилась. Попробуем сейчас сначала бульон. Бульон у нас, да? А, кстати, бульон вообще прикольный. Такой немножко остренький. Вот по бульону пятерка, реально. Может, еще и колбаса виновата? Дай, пожалуйста, вилку. Так, сейчас попробуем лапшу. Сейчас мы... Хочешь пробовать? Лапша, честно говоря, не очень. Не то, что не очень, она какая-то безвкусная. Вот реально. Честно говоря, лапша мне не понравилась. По лапше двойку. На, попробуй. Попробуй. Ну как? Вкусно? Скажите свое мнение. Ага, вкусно, понравилось. Вырывают у меня. Ну, ты попробовать и будешь есть. Дикарь вообще какой-то. Вот так они напали на доширак на мой. Я остался без обеда. Вот все буквально. Вот только я закончил съемку, они тут же набросились, отобрали у меня доширак. Ну и что? Говорят, что он очень-очень вкусный. Во-во-во! Папа, я тебе дал вилку. Ну как? Папа плохого не посоветует. Это такой традиционный рецепт. Так, сейчас даю второму Гаврику попробовать. На. И скажешь свое мнение. Да, вкусное или... Ну... Ну не пихни стол. Вот, на. Ну давай. А что, нельзя было съесть нормально за стол? Да, что я тебе должен так понимать? Ну как? Вкусно?
Вот, кстати, всем, кроме меня, понравилось. А тебе что не понравилось? Мне бульон понравился. Вот бульон реально крутой. Тут написано же, на основе корейской традиционной пасты дэнчан. Вот, ну. Можно еще? Всем удачи. Всем... Если покупаете, попробуйте. Кстати, рекомендую. Вот такой вот, такой чан, чан, рамен. Вот, если нравится формат моих видео, то ставьте лайки. Или не ставьте. Ставьте дизлайки. Все. Ну, лайки лучше. Лайки лучше, чем дизлайки, да? Или что? Как вы думаете? Лайки лучше. Ну, я тоже так думаю. Или подписка лучше всего. Да, подписка еще лучше. И просмотр. Да.